И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну что ж, теперь капсула нас ждет. А где капсула, капсула, капсула? Вон она. Ну поставишь знак на нее. Метку. Сейчас выйдем в космос, через космос быстрее лететь. Нао. Направление возьмем и тить в нужном направлении и пошли вверх. Отойдем подальше. Разгонимся побыстрее. Ох, на другой стороне планеты. Тю-тю-тю, нос, нос, нос. Астероид? Ладно, там сейчас тут немного. Мне золото надо. Золота у меня вообще нет. Что добываем? Серебро. А когда мы ракетой попадаем, нам что-то дропается или нет? По-моему, нет. Только даром тратишь энергию, в смысле ресурс. Конечно, можно сканировать. Что это? Жалко, в космосе такой сканера нету, как на планете. Ладно. Отлично, нашел золото. Как раз мне его там не хватало чуть-чуть. Как швейцарский сыр. По контуру пройдемся. Так, не допускаем перегрева пушки. А то там ни одно серебро только попадалось. И то вот не каждая разрушенная часть приносит золото. Далеко не каждая. Да, скудненькие, скудненькие запасы, скудненькие, ничего не скажешь. Это тоже что-то кусочек, это астероид далеко, вдалеке. Наверное, что-то вдалеке. Уж сильно быстро двигается. Хотя мы... Или это я? Короче, неважно. Что это у нас такое за приблуда? Просканируем. Телепорт какой-то, домик? Что это? О, модуль за костюма, отлично. Так, углеводы. Технология. Контейнер для антиматерии. Антиматерии, то есть. Так, ну что там я с этого могу сделать? Наверное. Контейнер для техно... Блин, я не умею это делать. Мне надо туда лететь.
Только что в космосе был. На планету. Так, ладно. Но мы что-то можем туда? Нанотрубки хоть можем сделать. Там две штуки надо было. Так. Нитрат натрия. А с чего его делать? Сейчас посмотрим. А это у нас... Блин, а? Это я не умею делать. По дороге забежал в пещерку. Нашел какую-то жемчужинку. Ух ты, она хороших денег стоит. Может ее просканировать как-то можно? Нет. Не сканируется. Может их анализировать надо? Может быть. Ну возьми. Так, по идее все должно быть здесь. Я сделал что надо. А вот это ячейки у меня нет, блин. Ладно. Но мы эту штуку оставим здесь. Мы сюда все равно вернемся. Наверное. Чтобы не провтыкать. Какой маневренный. Так, я это, пожалуй, заберу. Эту фиговину можно и тут оставить. Так, вон еще кораблик появился, может на него попробовать сесть. Там мне что-то как-то на него не очень получается сесть. Аккуратненько как-то так подойти к нему. И вон там посадочные полосы. Аккуратненько, аккуратненько. Ты что меня толкаешь, козел? Деван. Блин. Ну что, вышел уже в космос, что ли? Да что ты там подлагиваешь, идти твой налево? Ну ладно. А где эта космическая база? В смысле, станция, нам говорили за нее. Что я найти не могу. Так, я выбрал другую миссию, и вот она, база. Ну-ка, давай. Вне планеты надо сейчас выйти для начала в космос. Или мы уже? Да нет еще. Или да, или нет, не поймешь. Так, одна минута. А только это рядом прям. Так, нацелься на нее. Эй, стой! Блин, зарано остановился. Ну ладно. Процедура посадки говорит недоступна. У меня денег столько нет.
Да что ж ты подлагиваешь-то, ёшкин кот. О. Спасибо. Какие-то наниты еще подтырили. А это куда еще? Мне туда явно падать не надо. А, внешности. Это закрыто. А, вот тут различные. Так. Нет. Плюс-минус. Так, подождите. Опа-па. Вот этот похож на Звездных войн. Тоже неплохо смотрится. Ладно, давай от этого возьмем. Как тебе взять-то? Как тебе сохранить-то? Так, сохранить не изменить, да? Так-то лучше. Еще что-нибудь не улучшишь, нет? А, блин. Ладно, пошли на ту сторону. Может, так на превью пойдет? Так, этот, который барахольщик. Только 1000. Да давай. Место заодно освободится. Фиритовую пыль можно продать за копеечки. Ну что, продаем эту штуку? Потеряем чуть не так много. Или попридержать. Да у меня места нету, блин. Так, вот. Теперь корабли надо мясо-то продать. Это что? Тут, может, кто-то миссии дает. Заработано юнитом. Может, уберете эту надпись? Ну, блин, как... Я же нажимаю на тап, алло. Чё скажешь, воин? Жалкий нарушитель. Так, попросить о помощи и деликатно тренировать. Лингвистические навыки. Так, я вспомнил. Так, воин, жалкое оружие. Так, это я и так как бы знаю, не? Ну, типа, воин давай. Существо повторяю сделать. Это немедленно получил подарок. О, клинок. Сколько стоит? А что с ним сделать? Продажа торговых терминалов. Ну, спасибо за подарок. Лучше бы ты мне репутацию еще улучшил бы, а так было бы еще хорошо. Что у вас тут стырить можно? Тут еще много с кем можно поболтать. Вообще-то. Ох, нихрена себе, тут прилетел кораблик. Что хочешь за него? Торговля. Купить звездолет. Ох, это там у него хороший C-класс. А сколько денег стоит? Судить цену? Понятно. Откуда у меня столько? Откуда бомжа печенье? И те же пассатижи. Ну, это уж класс C, кстати, у него. Но зато намного больше модулей. Но потенциал урона хуже. Проще считаю больше. Короче, ладно.
Я уже много слов, кстати, знаю. Завербовать вооруженные эскадрильи. Да нет, у меня никакой эскадрильи. Короче, у вас, о, клинки эти. Лучше их, наверное, не продавать пока. Все, короче, в баню. Так, что-то за дурак. Нейтральный. Репутация. Короче, да. Интересный кораблик. Торговля. Давай, 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 давай. Купить звездолет. Обсудить цену. Так, он по всем параметрам хуже. Кстати, его можно обменять, да? Так он хуже, зачем он мне нужен? Спасибо, не надо. Ладно, надо валить отсюда, мне надо на свою базу лететь. Так, нажмите улучшение. Ух. Ты там поаккуратнее-то летай. Вообще, я мог бы, конечно, на свою базу прыгнуть, но мне куда-то он еще надо лететь. Куда посылаете меня? Не понял. Подожди, куда этот значок идет? Алло, значок. Остановись, блин. Я не понял, он вообще в никуда ведет. Так, на этой планете много чего-то есть еще. Набраться до компьютера. Мне домой лететь надо. Я мог бы, конечно, телепортироваться на самом-то деле. Вот куда мне надо. Вообще-то мог бы телепортироваться, действительно. Давай на базу залетим. Возьму с собой золото. О, хорошо, что я по другой полосе лечу. И все свалили, отлично. Вот и база. Так, можно было здесь что-то изучить. Не-не-не. Ого, вот это, да? Обшивка урана нету, блин. Вот это. Что-то из этого можно было. Ну, что-то смог положить. Могу обшивку еще сделать, не проблема. Ну давай, так долго-то все. Так, ложи. Но тебе урана не хватает? Странно. А говорит, что уже есть. Ничего, я что-то не понимаю. Фосфор? Фосфора у нас вообще нет. Ну, вообще-то, мне почему-то... То есть, ну, короче, произвести я не смогу, потому что у меня урана нету. Вот на стенку можно вешать. Ну, короче, у меня нет на него запчастей, чтобы его сделать. Ну, так-то мы его сделали. Какая-то каменная стена. У нас сегодня из дерева сделано. Странно, не делается, ну ладно. Короче, это фигня, это все. Мне компьютер надо, вот что.
расшифровал, что там надо было. Начать расшифровку. Расшифровка. 16, 16, еще раз 16, еще раз 16. Текстовое сообщение. Странники, находящие свои крылья, летит к нам и свое место среди звезд. И все? Возможно, сигнал бедствия? Загрузка базы, удалить базу. Не-не-не, ничего там не надо удалять. Так, мне нужен корабль, потому что это дали так... Где этот значок тут? Хрен поймешь, где он находится. На планете, что ли, да? Ну, ты можешь навестись на него или нет? Ну, что ты там поставил? Куда ты там метку ту поставил? Ой, да короче, пошли. А я туда могу переместиться? Да? Давай. Так, где-то сигнал бедствия. Еще какой-то есть, что ли? Ну, как-то странно себя ведут эти сигналы, значит, на планете. Но я тут... Тут очень много ресурсов есть. Так что я пока немножко пособираю. Тут какая-то аномалия, блин, или что это такое вообще? Мы просканируем. Даже непонятно. Тут рядом летает. Ага. Опа-па, посмотрим, куда он полетел. Он туда не полетел. Я пытаюсь здесь уран найти, но что-то как-то мне не везет на уран. Зато вот золотые слитки нашел. Саморода, точнее говоря. Что-то в эту гущу как-то мне неохота лезть туда. Золото попадается частично, часто. Оп, только в корабль не попади. Вот. Ты делаешь то же самое, что и я. Это мой камушек, ебаню. Кто первый увидел, того и камушек. О, еще самородок. Ладно, надо лететь на сигнал бедствия. Заодно себе пробурим дорогу.
Ох ты, ё-моё, опять разбитый корабль такой. Классно. И рядышком эта метка. Сейчас приземлимся где-нибудь тут рядышком. Что-то за красным горит начало. Как убрать ту метку? Ладно, не важно. А где-то штука. Ну это явно именно этот корабль меня ведут. Я таким образом могу метки эти ставить. Я вообще-то в воду упал, ну ладно. Давай, 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 давай. О. Так, что тут? Подтверждение сигнала, говоришь? Блин, корабль далеко так оставил, ёлки-палки. О, опять эта хрень появилась. Я так не получалось мне садиться на него. Тут, конечно, можно что-то полутать еще. О, я же могу корабль сюда вызвать. Давай, давай сразу корабль вызовем. Я, кстати, ни разу не видел, как это происходит. Да иди твой налево. Это все в корабле осталось. Навигационная эта приблуда. Так, что скажешь? Так, доступен фрагмент. Так, прочитать журнал, само собой. Вместо того, чтобы так вывести на экран судовой журнал, терминал извергает странную последовательность цифр. После них мне ждет короткое сообщение. Аномалии нужны звезды. Расправить крылья. Сообщение прикрепляется в чертеж гипердвигателя. Аллилуйя. Я забрать чертеж себе, гипердвигатель так. Не подошел бы для грузового корабля. Он рассчитан на, так понятно, на маленький звездолет. О, отлично. Хром-металл и микропроцессор. У меня есть как раз это все. У меня как раз это все есть. Ну что, можно пособирать технологии? Или что тут у вас есть? Отлично. Так, не забываем, что здесь внутри радиация. Как только я забираю, надо сразу валить. Сначала надо подлечиться. А где эти штуки? Блин, здесь оставил их. Молодец. В корабле. Ну ладно. Выживем. Так. Ну, давай... ржавчину туда же. Валим. А здесь холодно, там радиация, зашибись. Ну, прорежем. Нагреемся. Это же самая фигня. Линяем. Ну ладно, больше здесь чего-то ничего и нет. Всем то, что обидное самое. Давайте я дырочек понаделаю. Туда лучше не всуваться, там радиация.
Блин, придется возвращаться домой. В смысле, к кораблю бежать, а потом сюда, что ли, лететь, не знаю. В принципе, я тут, наверное, все забрал. Тут больше ничего и нет. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.